Всем привет! С вами я, робот Wi-Fi, и сегодня мы слепим кого-нибудь. Я помощник Ярославы, ну давайте кого-нибудь слепим. Вот, сейчас мы будем вот это, из этого пластилина кого-нибудь лепить. Вот такой комочек, например, мы слепим. И дальше берем вот такой пластилин, и дальше как-нибудь вот так делаем, отрываем. Ну, я посижу, кто-нибудь сделает. Я его тоже вспомнила, да? А ты что ленишься? Ты что ленишься? Помогай-ка. Ладно. Не работает. Остановили на паузу. Чем? Вот, и вот так мы как-то делаем. Вот так, как-то вот отрываем кусок. И так, вот так как-то. И вот так. Вот такая у нас мордочка получилась. Вот такая вот. Дальше мы как-нибудь так возьмем еще какой-нибудь цвет. Например, вот такой коричневый. И как-нибудь сделаем ему рожки. Вот такие вот рожки мы его сделаем. Это мы убираем. И вот дальше мы как-то вот так делаем руки мы ему. А не сперва тело сделаем лучше. Вот так мы ему делаем им тело. Такой кусочек броня будет это. Дальше мы берем такие глазки, как у лягушки, делаем. И вот так вот у нас все получается. Также мы сделаем руки, так все остальное. И в общем, пока у нас вот так все получается. Если хотите, подписывайтесь, комментарий наш, и скажите потом, какой вам робот больше понравился. Я могу вам еще каких-нибудь роботов показать, которые я слепил. Вам показать? Вот, этот робот Y. Робот Y. И вот такой он. Вот. Это робот Y. Дальше вот так. Как-то мы делаем руки. Вот этот он. Вот такой. Y. Так, там. У меня все хорошо. Ну и дальше вот так, как все. Делается у нас вот так. Все делаем. Мы делаем. Я могу вам еще показать. Вам показать еще каких-нибудь? Показать? Значит, еще вот такой робот. Вот. Его зовут Тобот. Его зовут W. Такой вот. Он я вот так и назвал. И вот. Вот. Робот Y. И робот W. Также мы делаем руки, ноги. Голову мы уже сделали. Так, это лишний пустей, походу. Ну, его еще можно куда-нибудь прикатить. Ну, и так, также лучше ноги вот так. Каким-нибудь образом. Так, слишком мы переборщили с пластилином. Ну, и вот так мы как-то... Это остановил на паузу? Нет? И как-нибудь еще вот так залепим. Будет лучше смотреться. Вот рожика приклеим, она у нас открепился. И он назовем Трикс, потому что это мне название очень нравится. Тут робот и Трикс. И вот у нас получилось что-то. Он разваливается только. Потому что я из него какого-то робота сделаю. Ну и дальше я
и он решил переделать. Вот, и каких, и как-то он получается у нас вот так. Вот таким. Робот Трикс. Все. На сегодня у нас все. Другого робота я не буду показывать. Он мутный. Всем пока. И вот встретимся в игровой комнате. Не забудьте подписаться на канал и ставьте лайк. Всем пока. Thank you.